Всем привет, и это еще одно ревью, и на этот раз мы рассмотрим походки, циклы походок. И начнем ревью с работы Александра Плюснина. Давайте включим и посмотрим, что у нас за анимация есть. Ага, ну, персонаж движется, и это можно начинать называть анимацией, но это не совсем еще анимация, потому что много что пропущено, он дергается, есть какие-то лишние у него движения, он не выполняет все те движения, которые мы прошли в уроке. И что я хочу сказать насчет цикла походки, это эта анимация одна из самых простых анимаций персонажа, потому что здесь есть схема. Здесь не нужно что-то придумывать или работать с актерским мастерством, здесь нужно просто по схеме выполнить те как бы упражнения, поставить те позы, которые заданы, поставить в нужные кадры, которые, опять же, номера кадров даны, и получить походку. Так вот, задание довольно-таки простое. И что я бы хотел порекомендовать по поводу вот этого задания, это еще раз внимательно пересмотреть лекцию и не спешить сдавать задание ради птички, а именно постараться понять, что объяснялось в уроке, когда мы анализировали видеореференс, что объяснялось, когда мы создавали анимацию, и это внести сюда, в поправки. Потому что, если мы пройдемся сейчас по позам, то это должна быть контакт-поза, когда нога, та, которая впереди, она должна быть, ну, выпрямлена или практически выпрямлена, но должна выглядеть как выпрямлена. Шаг должен быть чуть больше, мы это рассматривали, ну, скажем, ну, натуральный. Вот, потом позы не нужно, ну, как бы придумывать, или, точнее, их можно придумывать, но придумывая позы, нужно обратить внимание, насколько они выглядят правдоподобно. Не реалистично, а правдоподобно. Здесь слишком сильно задран носок. И он ничего не говорит, он не выглядит здесь мультяшно, он просто слишком сильно задран. Я бы рекомендовал его здесь уменьшить. Так вот, что в этой позе подправить? Это обязательно более ровную ногу, сейчас мы ее немножко более ровнее, чуть дальше, чтобы шире шаг был, не так высоко поднимать носок, а чуть ниже, чуть уменьшить этот угол, потому что это уже вот этот угол, который сейчас есть, он немножко некомфортный для стопы. Если ты попробуешь так сам поднимать вверх носок и стопу вот так вверх сгибать, это даже напряжение, это точно не расслабленная нога. Когда мы идем, ноги при движении вперед и при постановке, они так не напряжены. Эти мышцы не тянут как бы вверх вот так вот стопу. Вот, здесь не хватает, значит, четкого контакта. Идем дальше. Тык-тык-тык. Слишком долго опускается нога вниз. Раз, два, три, четыре кадра. У нас хватит так. Вот это контакт. Раз, опустилась пятка и стопа, и носок в воздухе, и два, все опустилось. Вот. Вот чего нам хватит здесь. Идем дальше. Это у нас extreme down. И еще нога не успела опуститься вниз, уже у него двигается и отрывается вот эта нога. Вот, она не должна ехать. Пока это не приземлилось полностью, это ездить на месте и двигаться не должна. Вот тут у нас должен быть extreme up. Это когда он, ну, может и так быть, ну, приподнял пятку, стоит только на носочке. Можно и сильнее приподнять, но эта нога должна быть прямая. Он экстремально, как бы, высоко или максимально высоко в данный момент выдвигается. Вот, это здесь не сделано. Опять контакт нечеткий, нога изогнутая. Очень сильный, сильно опускается. Ну, сильно опускаться может. Это не ошибка, это можно как мультяшную анимацию рассматривать. Потом вот смотри, он поднимает ногу на носок, и пятка замирает в каком-то кадре. Вот, пятка здесь, пятка здесь, пятка здесь, и все, и она замерла. Вот, один кадр она здесь, второй кадр она здесь, третий кадр она здесь, четвертый кадр она здесь. Пятый практически она здесь. И только шестой вот она двинулась более сильно. Очень долго. Она не должна так замирать. Это должно быть постоянное движение. И поэтому плюс тебе, конечно же, поможет ее задержать здесь дольше. Не поднимаю ее сейчас.
поднимаю позже. Вот, но основная рекомендация – не спеши, а посмотри еще раз лекцию. Выполняй задание ради того, чтобы понять принципы анимации, а не сдать. Потому что, ну, это слабенький результат. Вот, смотрим давай вид спереди. Что мы можем здесь сказать? Ну, его дергает. Он немножко пропускает. Смотри. Вот он повернулся направо, да? Ну, на свое право. Для нас это налево. Вот, на свое право он повернулся. Потом вот немножко повернулся, потом еще сильнее. Потом вернулся к серединке. Налево сильно не повернулся. Теперь опять сильно направо повернулся. Так он так как бы налево вот до такого поворота так и не дошел. Вот, так тут что-то с вращениями. Rotate Y тебе обязательно, ну, если вот это Y, да, и вот он вращается вот так, то Rotate Y тебе нужно посмотреть, чтобы там кривая была одинакова, что вверх, что вниз. Вот тут у нас идет нулевая координата, да, 0 градусов. И, допустим, он выходит 15 градусов в одну сторону и 15 градусов в другую. Вот так. И все время эта волна одинаковый рисунок повторяет. Не так, что эта волна идет, и здесь вылетает сильно, здесь где-то дергается, не долетает, потом вылетает еще раз, может, здесь немножко, и вот так. Этот рисунок не должен быть вот таким, он должен быть четко одинаковым. Сколько вылетел с одной стороны, столько и с другой. Сколько с одной, столько и с другой. И ширина вот этих вот волн должна быть одинаковой. И высота, докуда дошла здесь волна и докуда дошла здесь. Вот, теперь ноги, как он ставит, они по умолчанию так и стоят, прямо как и стояли в начале, когда ты открыл риг. Я об этом говорил в уроке по походке, я говорил, поворачивайте ноги, чтобы они, когда он идет и поднимает стопу, чтобы они выглядели более привлекательно, более правдоподобно. Это здесь не сделано. Вот, он как поднимает ее ровно сюда, так сюда вперед и переводит. А я рекомендовал, чтобы он это делал через бок. Поднимает ногу, уводит в бок. Если у нас есть следы персонажа на земле, то между этими следами он не так передвигает ногу вот по этой линии, а вот так передвигает ногу. Вот так. И каждый шаг он передвигает вот так. Не только вперед, а в бок и назад сюда в бок. Вначале нога всегда, стопа, летит вперед. Полпути она летит вперед и в этот бок. Вторую половину пути она летит вперед и в этот бок возвращается. Что и выдает тебе вот такую вот дугу. Вот такие заметки. Не спеши, внимательнее выполняй задания. Выполняй ради понимания. И это всем я тоже рекомендую, не только Александру. Вот, если у вас слабенький результатик, то пересмотрите лекцию, повторите, выполните задание еще раз. Сделайте столько раз цикл походки, сколько потребуется, чтобы он выглядел привлекательно, без каких-то резких подергиваний и каких-то других неровностей и еще чего-либо. Просто, чтобы походка смотрелась привлекательно. Вот, окей, а мы идем к следующей работке. И следующая работа – это Александра Львова. Давайте смотрим ее. Пум-пум-пум. Немножко чувствуется, что персонаж как-то присев и отклонившись назад идет. Как будто, ну, вот если его сделать бы еще немножко толще, то такой резвый толстячок был бы. Он как-то отклонен. Во-первых, это говорит, что он отклонен, вот, ну, вот этот наклон. Во-вторых, он как-то далеко от этой ноги находится, больше над этой ногой, да? Ну, где вот его опорная эта нога, ну вот где опора здесь и опора здесь. Как-то он немножко отстает от ног, ногами вот, ноги его очень опережают, вот так можно сказать. Так, я бы рекомендовал просто взять его, контроллер его тела, выделить, пум, пойти в Graph Editor, там будет у тебя Translate Z, да, кривая, которая идет вот так вот. Выдели всю кривую, и всю кривую просто чуть выше, ну или чуть ниже, в зависимости, куда она у тебя идет. Если она направлена вверх, значит, сдвинь ее чуть выше. Если кривая Translate Z направлена вниз, значит, выдели всю кривую, опусти чуть ниже, чтобы тело
съехала поровнее над ногами. Вот, опять же, нам нужен более четкий контакт, прямая нога. Можно так высоко ее не поднимать, хотя здесь при таком широком шаге вот это выглядит уже натуральней. При том узком шаге, который мы только что рассмотрели у Александра Плюснина, это не подходило. Тут нормально, шаг широкий, может быть так поднято. Вот, смотрим, что у нас тут есть. Давай еще раз прокрутим несколько раз. Хорошо, смотрим вид сбоку. Ну да, все, в общем, выглядит привлекательно, кроме того, что тело немножко запаздывает. Я бы чуть больше задержал вот эту ногу на 1-2 кадра, не, как бы не давай ей подниматься, задержи ее ключи, просто выдели их на таймлайне и сдвинь вперед на 2 кадра, чтобы пока приземляется вот эта стопа, тык-тык-тык-тык, та не начинала отрываться, а то она уже начинает ехать вперед. Чуть больше задержи. Теперь Extreme Up опять. Extreme Up у нас должна быть прямая нога. Мы должны видеть, что это Extreme Up, что он высоко поднимается. Он здесь не поднимается, соответственно, и тело его будет выше в этом кадре. Пум. Вот здесь контакт практически ровная нога, хотя я бы еще рекомендовал чуть-чуть его приподнять, чтобы она еще ровнее выглядела, но не 100% ровная, а так, 98%, чтобы немножко-немножко такой невидимый изгиб оставался, тогда он не позволит щелкать коленком. И за кадр до контакта, вот контакт, за кадр до контакта пододвинь ногу, чтобы она была ближе, чтобы она была, опять же, чуть-чуть изогнута, но практически ровная. Опять же, это уменьшит щелкание коленок, потому что они на один кадр у тебя только выравниваются, и получается, что тык-тык, коленка назад как бы щелкает, а потом обратно вперед выпрыгивает. Теперь тут он очень неправдоподобно ведет ногу. Вот, нога идет вперед, а он ее тянет вот так за собой. Он ее должен тянуть вот так за собой. Нога должна идти вот, эта часть здесь, эта часть здесь, эта часть тут. И носочек даже можно сделать, что он еще тянется за ногой. Вот так. Вот так будет правдоподобнее. А он очень, ну не то что правдоподобнее, мультяшнее и привлекательнее. Можно не так сильно, но точно не носком вперед. Он очень, ну... Эта поза сейчас выглядит очень напряженной, вот, вот в этом месте, если так сгибать ногу. Пум, опять контакт поровнее здесь. За кадр до контакта тебе нужно держать ногу, ну, выпрямить ногу сильнее, потому что то, что у нас сейчас есть, давай я... порисую красным цветом. Вот у нас один кадр, нога изогнутая. Второй кадр, нога практически ровная. И теперь изогнутая. Всего на один кадр ты выравниваешь ногу. Что получается, что в течение этого кадра, когда зрители видят только в одном кадре выровненную ногу, тогда кажется, что нога... Ну, нога дергается, просто... Видишь, как будто, ну, что-то с ней не так, да? А если ты поддержишь и кадр до контакта ее практически ровный, ну, сильнее раскрою, это будет лучше. Хорошо, давай посмотрим бедра. Раз, вылетает, вылетает. Хорошо, давай посмотрим наклоны. Окей, идем посмотрим теперь вид спереди. Ну хорошо, хорошо. Давай еще посмотрим в реальном времени. Тын, 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 тын. Возможно, чуть-чуть стоит. Так, раз, сделал шаг. Ч
чуть-чуть стоит сдвинуть раньше кадры, когда он наклоняется, на раз, два, на два кадра назад сдвинь все ключи, которые отвечают за его наклоны вперед. Сейчас за вот эти вот наклоны вперед и назад. Сдвинь их на два кадра назад, чтобы мы видели, ну, что он только поставил ногу и начинает наклоняться вперед. Оп, а сейчас, кажется, он ставит и чуть-чуть этот наклон запаздывает. Раз, два. Хорошо. Идем дальше. И следующая работа Дмитрия Фриста. Так, и у нас есть походка. Мы делали обычную походку. Задание было сделать обычную походку. Но раз Дмитрий сделал такую, давайте рассмотрим и такую. Будет немножечко оригинальности. Хорошо, я так представляю, что это. По названию называется walk girl, да, женская походка, идет девушка. Но походка больше придуманная. Я вижу, что здесь не анализировался референс. Здесь не внесены, ну, элементы женской походки. Здесь внесены элементы, которые можно придумать. Ну, как бы, ну, ставить на носок, как будто на каблучках идет. И так далее. Но не чувствуется это женской походкой. Это чувствуется странной походкой персонажа. Может быть, он хочет в туалет и очень аккуратно идет, чтобы дойти. Вот. Не чувствуется акцентов. Слишком плавно перетекает таз со стороны в сторону. В женской походке, если мы посмотрим, он, ну, если мы будем более стилизованную, что ли, делать. Не то, что стилизованную, а чтобы отметить, что это четко женская походка. Резче будут бедра переходить со стороны в сторону. В них будет контраст, будет жих, 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 жих. На каждый шаг это будет четкое движение, а не плавающее движение. Вот, тут очень-очень, ну точнее, конечно, смотря какую походку мы будем анализировать. Но в данный момент это, здесь очень не хватает этого контраста. Вот, давай еще посмотрим. Вот это, то, как он переносит ноги вперед. Уже очень сильно согнута нога. Это не женская походка на каблучках. Слишком сильный изгиб. Его все время нужно держать здесь на носочках. Я представляю, вообще с этим персонажем женскую походку будет делать сложно, потому что очень большие стопы относительно ног. Но даже если стараться делать ее женскую, то вот как он у тебя здесь стоит, как бы на носочках, да, на таких каблучках. Все, это фиксировано. Каблучок не разгибается, туфли, ну, не сгибаются. Вот это не должно уменьшаться. Есть высота этого каблука, и все, назад нога не идет. Может быть, сколько-то здесь будет изгиб внутреннюю сторону, ну, как бы вовнутрь. Да, вот так, может быть, каблучок пойдет сюда, когда нужно, и носок согнется больше, да, ближе сюда подогнется, но не меньше. Это не будет разгибаться, каблук не даст. И ноги должны быть ровные при женской походке. И еще изгибы во время того, как он идет. Вот это должен быть, наверное, максимальный изгиб, который, ну, мы заметим, когда идет девушка на каблуках, да. Не будет сильных изгиб ног, ну, изгибов в ногах. Другая нога будет прямая или немножко вперед. Тоже на каблуке. И все, никаких сильных изгибов. Это тоже, ну, появление вот этих сильных изгибов убирает женственность. Вот этот выгиб обратно, ну, его не будет. Это, ну, это не элементы женской походки. В общем, не только это. Очень-очень рекомендую посмотреть видеореференс по женской походке. То, что ты собираешься сделать. И не придумывать. Придумывать можно и нужно. Но для этого нужно иметь какие-то навыки и опыт. Ну, много ранее созданных анимаций, которые будут подсказывать, как уже делать. И все равно, даже с опытом, лучше посмотреть видеореференс. Это тебе сразу подскажет много вещей, которые ты, возможно, даже с опытом, ну, как-то не учтешь или не сделаешь. Почему в больших студиях, да,
аниматоры все равно пользуются видеореференсом, потому что так удобно, потому что так, ну, понятно, и так ты видишь. Не нужно придумывать, а именно ты видишь, что происходит, и можешь отметить, выделить и увеличить то, что тебе нужно. Какую-то именно нужную стилистику или какие-то нужные элементы, которые несут идею, да? Очень женственная походка или очень легкая походка, или наоборот, тяжелая походка или уверенная. Ты можешь увидеть это в видеореференсе, увидеть, почему это уверенно, и усилить. Но опять же, нужно увидеть видеореференсе. Вот, так что по этой походке вот такие рекомендации. Проанализируй видеореференс, найди, что в нем является ключевыми позами, как они выглядят, какой тайминг походки, какой контраст, где быстрые движения, где медленные движения. Вот, и это немножечко усиль, чтобы в анимации это не должно быть один к одному с видеореференса перенесено, а желательно чуть сильнее, контрастнее, четче. И вот тогда делай анимацию. Окей, а мы идем к следующей работке, которую прислал Евгений Легкодымов. Давайте посмотрим ее. Ага, ну, в общем, то, что видно в реальном времени, пока что не анализируя позы покадрово, а вот так, привлекательно, хорошо, анимация выглядит живенько, наклоны вовремя. Немножко вот на виде сбоку кажется, что на какой-то момент немножко приостанавливается пятка при подъеме. Можно было бы это смягчить. Хотя это, опять же, присматриваясь, замечаешь. Так, у нас привлекательный контакт. Здесь хорошо нога приземляется, носок все еще на земле и не сдвигается с вот этой точки. Вот, нога приземлилась, носок все и встала на пятку, и тогда слетает нога вперед. Хорошо, extreme up, хотелось бы extreme up, прямую ногу, чуть выше. За кадр до контакта практически ровная нога передняя, в контакте ровная, отлично. В контакте можно чуть-чуть ее микро-микро изогнуть, тогда ты избавишься от щелчка, потому что сейчас все равно она щелкает на эти 100%, и потом опять согнутая. Вот она, согнутая, ровная, согнутая. Так вот эти, если немножко-немножко ее здесь согнешь, это, соответственно, тебе нужно тело чуть-чуть ниже опустить, чтобы она согнулась. Еще будет плавнее, не будет дергаться колено. Ну, не, оно может сколько-то немножко будет казаться, что дергается, но меньше, чем сейчас. Хотя и сейчас тоже немного, но это еще можно улучшить. Так. Тут я бы... Вот эта нога, как она у нас так есть... Еще бы сильнее ее поднимал, загибал сюда. Она рановато начинает выпрямляться. Вот она уже прямая. Так неудобно выпрямлять ногу. Чуть-чуть больше ее загни. Вот она здесь загибается, и тут. Продолжи вот этот изгиб. Вот он здесь, да, вот где пятка начинается. Теперь сюда пятку подгони, чтобы она еще тоже загнулась. И потом уже начинай выпрямлять. Бедра вперед выходят, хорошо. Давай посмотрим теперь вид спереди. Ну хорошо, мультяшно. Сейчас. Оп. Ну да, классно, привлекательно, хорошо, внесите поправки, которые отметили, и будет привлекательная, точнее, будет еще более привлекательная походка, потому что и это уже выглядит привлекательно. Идем дальше, следующая работа Игоря Лазурьевского. О, у нас движение в перспективе, тоже интересно, хотя лучше было бы, конечно, вид спереди. А вот есть вид спереди и вид сбоку. Хорошо, рассмотрим тогда их. Потому что на видах спереди и сбоку удобнее комментировать и отмечать какие-то
ошибки. Хотя этот вид спереди не ортографический, он подходит к нам. Хорошо, ну, что видно, что он идет немножко на согнутых ногах. Он как-то их не выравнивает. Немножко добавляет усталости. Хотя походка резвая по скорости, но то, что он на согнутых, кажется, что он... Ну, какой-то стилизованный персонаж, раз он так идет. Вот у нас есть... Ну, давай идем лучше в вид сбоку. Вот у нас есть контакт, и в контакте очень согнутая нога. Во-первых, очень широкий шаг для обычной походки. Для такого широкого шага он слишком мало вывел то бедро вперед, а это назад. Еще сильнее по Y его надо развернуть. Ну, как бы левой стороной вперед. Можно лучше даже не сильнее разворачивать, а уменьшить ширину шага. Нога желательно прямая, не так высоко ее поднимать. Хотя при таком широком шаге это выглядит правдоподобно, но я бы рекомендовал чуть уменьшить шаг. Теперь, когда она приземляется, все, вот нога здесь так. В следующем кадре можешь приземлить пятку и стопу, оставить только носок, и в следующем кадре все приземлить. Будет... Ну, как бы контрастнее. У тебя у стопы везде большой спейсинг. Вообще во время походки, вот. Он достаточно, ну, большой, активный. Мы видим, насколько она проходит. И, соответственно, приземление можно тоже сделать быстрее. Тут вот у нас, опять же, смотри, замирает нога. Вот она так изогнута, вот она опять так изогнута. И потом отрывается. Отрывай ее, но носок подержи еще здесь. Как бы начни ее отрывать, чтобы носок еще остался стоять, где он стоял. Вот в этой точке. А то оторвать так ногу и вот от земли и держать ее в воздухе с приподнятым носком, это неудобно, и мы так не делаем во время походки. Так что задержи ее еще на земле. Так, что у нас еще дальше? Extreme Up неровный. Сделай, чтобы была ровная нога. Ну, поэтому это и Extreme Up и называется. Персонаж очень высоко поднимается. Тут нога просто замерла здесь. Вот. Стоит. Кажется, что ее держат. Видишь, как она выровнялась? Это неправдоподобно. Она должна была бы просто больше пяткой согнуться сюда. Носок стоит, пятка больше приподнялась, и, соответственно, нога смогла получить изгиб вот так. Еще кажется, что у него разная скорость движения. Опять же, в Translate у тела должна быть просто ровная линия. Все. Два ключа вообще. Первый и заключительные там в 25-м кадре или в 50-м, в зависимости, сколько мы делаем походку. Потому что вот мы посмотрим сейчас на спейсинг его и заметим, насколько он двигается. Мы видим, что это неравномерное движение. Значит, его Translate Z волнистый, точно неровный. Вот мы видим маленькие движения и большие рывки. Вот. Окей, идем дальше на вид спереди. Хорошо, ноги развернуты. Посмотрим. Он рановато переносит вес в эту сторону. Вот, он только дотронулся, только контакт, он уже переехал сюда, в эту сторону, всем телом. Должно происходить так, что он на момент контакта, он только начинает переносить вес. И когда он поставит ногу, вот только тогда он переедет в эту сторону максимально. Так вот, ключи передвижения его веса с ноги на ногу или его движения по сторонам, их нужно сдвинуть на кадра 3, наверное, вперед.
чтобы он это позже делал. Он слишком рано переносит много веса с ноги на ногу. Вот, окей. А мы идем дальше. К следующей работке. И это работка Родиона Пересыпкина. Смотрим. Ну хорошо, в общем, в реальном времени, когда просматриваешь, выглядит хороший, обычный цикл походки, да, все выглядит привлекательно. Тык-тык-тык. Давайте теперь посмотрим более подробно. Красивый контакт, четкий, хорошее приземление. Хороший экстрим-ап. Можно еще чуть сильнее поднять ногу, ну, выровнять. Но хотя нормально. Это не принципиально, чтобы уже ровно-ровно было вытянуто. Можно за кадр до контакта чуть дальше подвинуть ногу, чтобы не было такого сильного изменения из изогнутой в прямую, а потом опять в изогнутую. Чтобы два кадра она была практически прямой нога. Раз, два. Красивый оверлаппинг тела, как он наклоняется после каждого шага вовремя. Вот тут хорошо тоже перенос веса. Начинает переносить, только начинает переносить на, ну, на момент контакта, и когда ставит, вот тогда переезжает тело в сторону. Красиво ноги летят по дуге. Красиво стопы развернуты. Ну класс, класс, хорошая работа. Тын-тын-тын, привлекательная походка. Гладко, четко, мультяшно. Вот, хорошая работка, и мы идем дальше смотреть работу, которую прислал Сергей Лоза. Смотрим ее, я получил комментарии, из-за чего, как бы, что Сергей отключил суставы, потому что что-то с ними не так случилось, они искаженными после открытия появились. Да, на некоторых компьютерах, в некоторых программах, точнее в Maya программе открывается вот этот персонаж так. Какие-то есть несовпадения. Ну хорошо, и без этого мы можем хорошо оценить анимацию. И что здесь кажется, что он, персонаж как-то много времени проводит снизу, как-то ноги за ним тянутся, и ну, просто смотря на походку, кажется, что ему тяжело идти, что он очень часто снизу и не выглядит легкой походкой. Вот, он очень сильно приседает, очень далеко на момент Extreme Down далеко тянется вот эта нога. Это создает это впечатление, что он тянет за собой ноги. До этого мы рассмотрели анимацию, я рекомендовал тело сдвинуть вперед. Так вот, в этой анимации я бы рекомендовал тело сдвинуть чуть назад, чтобы оно не старалось так опередить ноги. Это улучшит анимацию здесь. Теперь перед подъемом ноги ему хорошо было бы уже быстренько приземлить вот эту. После контакта, если мы посмотрим контакт, в контакте я бы рекомендовал чуть выше, после контакта стопа приземлилась, носок в воздухе, и потом все приземлилось. Вот, все, быстро нога приземлилась, и тогда вот это может взлетать. Так. Опять Extreme Up. Заметьте, много у кого встречается. Соответственно, стоит обратить внимание. Extreme Up, ровная нога. Это должен быть Extreme Up. За кадр до контакта и в контакте нога кривая, вот это. Хорошо было бы за кадр до контакта, пусть такая и будет, но в контакте выровнять ее нужно сильнее. Опять приземление более четкое. Ну, спейсинг есть вот сейчас у ноги, да? Ну, довольно отсюда до сюда много пролетает. И до сюда, если в контакт ее поставить, опять она много пролетит. Соответственно, с этим же спейсингом мы спокойно можем в следующем кадре приземлить полностью стопу, носок оставить и в следующем кадре опять все приземлить. И это все будет
не будет казаться дерганым. Такой спейсинг у нас уже есть, мы можем его продолжать дальше. Вот, тут слишком медленно он опускает носок, он как будто по снегу идет, он его не опускает, он его вдавливает в какую-то субстанцию. Давай еще посмотрим. Тын-тын-тын. Очень коротко поднимается вверх. Много времени находится снизу, очень коротко поднимается вверх. Выше поднимай и дольше его держи вверху. Вот, он и приземляется у тебя уже с согнутыми ногами. Так вот, дольше держи его вверху больше, это исправит ситуацию. Давай смотрим теперь вид спереди. Пум-пум-пум. Но механически, опять же, рекомендую пересмотреть урок и сделать еще один вариант походки. И желательно не исправляй, а сделай заново. Много практики будет очень-очень в пользу. И создавая переносы вот веса с ноги на ногу, постарайся задуматься о том, почему он это делает. И, соответственно, получишь ответ, когда это надо делать. Вот, потому что сейчас это не выглядит вовремя. И это выглядит слишком сильно. Когда мы идем, нам не нужно вес ровно размещать, да, вот его точка опоры. Он практически ровно-ровно занес вес сюда. Если бы он хотел стоять на одной ноге, да, окей, он бы так заносил. Но он сейчас идет. Ему не нужен полный баланс здесь во время походки, чтобы держать себя так. Ему нужно остаться вне баланса немножко, чтобы когда он поднимет вот эту ногу, другую, да, когда он ее поднимет в воздух, а это останется опорной, да, вот так, то если мы поднимем линию от точки опоры, мы увидим, что все его тело и центр тяжести вне баланса. Вот точка опоры, вот центр тяжести. Соответственно, его начнет тянуть в эту сторону, да. Это ему и надо. Походка — это постоянное введение и выведение себя из баланса. Точнее, даже, можно сказать, это постоянное падение, когда персонаж идет, как бы падает, тут же себя ловит, дальше продолжает падать и так далее. Ему нужно начать падать. Соответственно, ему не нужно так сильно заносить свой вес по сторонам. И время, когда он заносит вес. Вот. Он эту ногу, он еще не поставил, она летит в воздухе, а он уже начинает туда толкать свой вес. Это слишком рано. Вот, так что, посмотри лекцию и выполни еще раз задание. Это будет очень хорошей практикой и опять же, выполняй ради понимания, о чем я и говорю на протяжении всего этого курса. Вот, а мы идем к следующей работе, которую прислал Сэм Петросян. Смотрим ее. Ну, уже видно было на виде сбоку какие-то подергивания. Что-то вот персонажа дергает. Вот тут. Вот тут. Мы видим как. Вот тут. Пум. Какой-то рывок. Хорошо. Смотрим еще. Давай смотрим теперь более медленно. Контакт, приземление. Хотелось бы чуть больше его наклон вперед, чтобы он наклонил тело на этот момент. И тут не так резко отклонялся назад, потому что он тут наклонен, а тут он уже сильно сюда, назад. И выглядит сильным резким поворотом. Это должно быть мягче. Повороты вперед-назад его тела должны быть мягче. Они очень сильные. Еще кажется, что у него неравномерная скорость. Ну давай посмотрим на его спейсинг. Так, нам хорошо было бы, наверное, увеличиться. Ну вот, мы видим, как он в одни моменты медленно двигается, в другие быстро. Опять же, в Translate Z должно быть всего два ключа. В начале анимации и в конце анимации.
Это уберет все дергания с анимацией. Также обязательно посмотри на все кривые его наклонов, потому что они должны быть вот такие вот. В них не должно быть, что идет кривая, ну вот так, как я рисую, потом какой-то рывок, еще что-то, и потом она продолжает свое движение. Ну, конечно, там не будут вот такие кривые, но, в общем, будет какой-нибудь прыжок вот такой вот странный, и потом дальше пойдет вся кривая, как она должна идти. Эти рисунки должны быть вот такие. Это уберет все рывки. Тут можно чуть меньше на Extreme Down его опускать, потому что очень сильно он как бы сжимается, приседает. Тут ногу чуть больше подержи. Вот так. Не веди ее вперед носочком. Так. Хорошо, давай смотрим теперь. Вид спереди. Он очень резко поворачивается сбоку на бок и держится. Вот он в таком наклоне сейчас. Он потом он резко переворачивается, вот в таком наклоне, точнее, он в него пришел, держится, как бы держится, резко переходит в обратный наклон, держится, резко переходит в другой наклон, и опять держится. Эта линия переходов, она должна быть плавной, более долгой. Ну, они должны раньше начинаться. Вот так. И тогда не будет этих рывков, он будет плавно наклоняться по сторонам. Вот тут, когда он наклонился, вот так. Все, на вот этот момент, на вот эту позицию, он, у него и должен быть максимально сильный наклон. Дальше его сильнее наклонять не нужно. Тут выглядит, что ты его еще сильнее наклоняешь на этот момент. И опять же, это все, и наклоны вперед, и по бокам они должны быть мягче. И вот эти наклоны, и вот эти наклоны, вперед-назад. Все линии не должны быть такие резкие. Он долго стоит здесь, резко перешел сюда, долго стоит здесь, да, вот так. Резко перешел сюда и здесь. Все это мягко должно быть. Потому что сейчас это очень резко происходит. Опять же, посмотри, видишь, когда он идет, чтобы у него в Extreme Up не отрывалась нога. Точнее, носок от земли не отрывался, потому что сейчас он отрывается. Вот тут это хорошо видно, вот. Вот Extreme Up, и нога отрывается от земли. Вот, посмотри все кривые, очень-очень, ну, есть рывки видны у всей походки. Она очень-очень резкая. Скорее всего, что кривые в Graph Editor у тебя тоже будут, ну, вот, с резкими переходами. А мы идем дальше к работе Татьяны Федотовой. Так, секундочку, уменьшимся немножко. Смотрим. Ну, хорошо, немножко уже стилизовано. Кажется, что он не дотягивает до верха, тоже идет на согнутых ногах. И довольно-таки резко переносит вес с ноги на ногу, хотя делает это вовремя. И это создает определенную, как бы, ему уже стилистику, точнее, стилистику этой походки, но, ну, выглядит правдоподобно. Раз, два. Он такой веселенький персонаж, задорный, по сторонам идет, шатается, у него хорошее настроение. Вот, ну хорошо, давай рассмотрим, почему он не выравнивается и не приподнимается.
Вот контакт хороший, идем дальше. Бум. Нету Extreme Up. Заметьте, какая стереотипная ошибочка, да? Так. Тут я бы чуть по-другому ногу вел. Вот так бы ее вел. Не носком вперед. Не выглядит интересно. Очень высоко поднимает ногу. Опять же, для мультяшной походки хорошо, может быть. Ну, мы, конечно, делали сейчас обычную походку, но может быть и так. За кадр до контакта я бы рекомендовал чуть сильнее ее разогнуть. В контакте прямую. Хорошо, вот так или даже еще чуть-чуть прямее. Не 100%, но еще чуть прямее. Теперь, вот это не должно было так сзади растянуться. Это что-то, ну, что-то уже не так с походкой. Ему либо нужно ее уже начать поднимать носочек. В общем, эта нога на момент контакта и после, она не должна так сильно растягиваться. Ну, это уже слишком сильно. Ну, ровная она не должна быть. Так ему будет неудобно идти. Она как будто его задерживает в походке, нога. Так... Раз. Хорошо, давай посмотрим теперь вид спереди. Так, ну и включим посмотрим так. Ну да, переносы с ноги на ногу веса чуть рисковато и не совсем вовремя, но из-за поворотов, что он резко поворачивается вот так и так, вот так, как бы, а потом вот так, эта стилистика как бы поправляет и стилистика его поворотов, наклонов по сторонам как бы поправляет то, что перенос его веса с ноги на ногу выглядит хорошо, ну как бы нормально, они здесь могут быть такими. Он вот так вот резво идет и из-за этого так, как бы он идет под музыку, как бы под какую-то мелодию, как будто раз-раз вплывает в каждую позу, в какой-то ритм. Вот, и так может быть, ну как бы танцующая походка получается со стороны в сторону. Забавно. Но если делать обычную походку, то перенос веса нужно делать чуть позже, когда он приземлит ногу, тогда приземлил, и только тогда он сильнее всего передвинет свое тело сюда, а не сейчас, на момент. И теперь, когда он примет вес на эту ногу, да, это заставит его тело нагнуться вот так вот, потому что, ну, нога упрется в бедро, точка опоры у тела и ноги получится здесь сустав. И из этой точки опоры все тело наклонится ниже, как бы вот так, и, соответственно, у нас появится вот этот наклон. Но это выгибать во время пассинг-позиции персонажа вот так, это тоже хороший анимационный прием. Так создается более, ну как бы, даже не то, что более, а так создается другая мультяшная походка, когда персонаж как бы как медвежонок переваливается с ноги на ногу и наоборот старается выше поднять бедро, которое на самом деле должно было бы быть ниже. Вот, так что это нормально, это можно делать и так вот в этот момент, это можно делать и так, нету четкого как бы закона, что только так делайте, только так наклоняйте. В реальности, когда мы идем, эта нога опорная, мы наклоняемся, таз наклоняется в эту сторону. В анимации мы можем делать и так, и так. И, соответственно, получаем, ну, просто другой характер походки. Вот, так что это нормально. Здесь есть эти резкие переходы, как я и говорил. Вот он, ших, и только что эта нога была опорная, и он наклонен вот так. Чуть позже эта нога опорная, и он наклонен уже в обратную сторону, вот так. Как бы наклон меняется не когда нога приземляется, а когда, ну, все происходит на одной ноге. И потом задерживается, долго держится, он переносит вес на эту ногу, и тогда на этой ноге меняется то же самое. Вот, это, опять же, кривые.
ну, переходы между ключами, его вращения на кривых, они будут, он, ну, наша кривая будет не такой дугой выглядеть, да? Ну, я сейчас не рисую один в один точно эту кривую. Но получается, что он больше задерживается в каждом шаге, и меньше времени у него остается на переходы. Соответственно, у нас получается, что у нас дольше он держится тут, потом быстрый переход, потому что ему нужно успеть, как бы, ну, даже вот так, да? Ну, быстро перейти сюда. Чуть-чуть широковато нарисовал. Ну, в общем, у нас получается, что он долго находится в шаге, потом опять быстро переходит и опять другой шаг идет. Так вот, если посмотреть, то эта линия расширяется сюда. Резкий переход. В общем, больше зависания получается здесь, в крайних, ну, в вершинах и вот в этих впадинах кривой. И более короткие переезды между этими вершинами и впадинами. Вот, уменьшай это, и получишь более плавную походку. Вот, но сейчас получилось, ну, как бы стильно, мультяшно, определенный стиль, но это уже необычная походка. Вот, и об этом я говорил, кстати, в лекции, что делать стилизованную походку, чтобы она была походка с характером, лишь бы каким характером, это легко сделать. Это просто надо что-то не попасть или что-то подкрутить специально, и получишь лишь, ну, как бы, лишь бы какой, но какой-то определенный характер. Ну, я имею в виду, что определенный, который получился. Но если заранее придумать, что ты хочешь сделать веселого медвежонка, и действительно постараться сделать этого веселого медвежонка, вот это будет посложнее. Вот. Окей, такие заметки по этой анимации, а мы идем дальше. И следующая у нас работа Юрия Шевченко. Смотрим ее. Уже видно, что очень широкий шаг, и он не четкий контакт, у него не прямая нога в контакте. Тын-тын, хорошо, давай рассмотрим теперь так. Значит, ногу я бы рекомендовал выпрямить. Тело сдвинуть вот так вот вперед, все тело выделяешь, и всю кривую Translate Z, всю двигаешь вверх. Потому что сейчас оно как бы запаздывает, ноги намного впереди тела. Так вот, чуть сдвигай тело вперед. Опять тут я бы рекомендовал ногу вот так, чуть-чуть подтянуть сильнее, не носком вперед. Extreme Up есть. Носок как-то немножко кажется, что оторвался здесь во время Extreme Up. Он должен четко стоять, а тут что-то видно, что он взлетает и как-то движется. Вон пиксели под ногой у него меняются сейчас. Тут очень широкий шаг, очень широкий. Сильнее бедра разворачивай на этот момент, чтобы этот шаг был... Получился бы правдоподобнее. Но лучше я бы рекомендовал уменьшить ширину шага. Это очень широко он сейчас шагнул. Тут он протыкает землю, этого быть не должно. Так, давай посмотрим приземление. Раз, два. Хорошо. Контакт. Так, секундочку. Нам нужен контакт более выразительный. За кадр до контакта сильнее выпрями ногу, в контакте тоже сильнее выпрями ногу, бедра сильнее выведи. Сейчас бедра кажется, что они не разъехались на момент контакта. Кажется, что они, вот что это, что то бедро на одном уровне. Сильнее бедра поверни. Опять вот тут то же самое. Очень-очень бедра близко, сильнее надо разворачивать. Их... На контакт выравнивай ноги. Но здесь явно нужно уменьшить шаг. И потом ты добавил сквош и стретч, хорошо, но он должен произойти полное сжатие, полный сквош. Не в экстрим даун. В экстрим даун он опускается только сам ниже. И когда он начнет подниматься, потому что сквош и стретч должен на нем происходить, ну, чуть позже.
Extreme Down – это как у мячика контакт. Это у мячика самая низкая позиция. Да, мячик летел сверху, ударился о землю, да, вот, тык. Вот это Extreme Down. Ниже он уже не полетит. Но сжатие у мячика произошло в следующем кадре, реакция. Так вот, тут Extreme Down – это конец его движения вниз. Соответственно, сжатие в следующем кадре, он уже начнет подниматься вверх. Но на вот этом подъеме он тогда немножко и сожмется. И то же самое с Extreme Up. Полный его стретч будет не в Extreme Up позиции, а кадр или два кадра после. Ну, лучше даже сделать два или три, не кадр. Кадр — это у нас, когда экстремально мячик падает. А тут лучше 2-3 кадра сделать разницу между Squash and Stretch и его Extreme Up и Extreme Down позициями. Живее будет выглядеть. Так, хорошо, смотрим, что у нас на виде спереди будет. Ну да, он очень сильно приседает из-за широких шагов. Тык-тык-тык, хорошо, давай посмотрим перенос веса. Рановато переносит вес. Он еще не приземлил ногу, а уже вес туда перешел. Так, чуть позже, на 3 кадра позже переноси вес с ноги на ногу. Просто всю Translate X его тело сдвинь, ну, кривую сдвинь на 3 кадра вперед, чтобы позже все происходило. Вот. Но, если, скажем, многое что не получилось, и походка выглядит не очень привлекательно, я рекомендую не исправлять ее, а я рекомендую ее делать заново. Опять же, это дополнительная практика, которая даст дополнительный опыт и более легкое отношение к созданию анимации, потому что эта практика будет вас тренировать, что легко сесть и сделать заново. Вот столько заметок по анимациям на сейчас, по этим работам. Если ваша работа не попала в ревью, ничего страшного. Обратите внимание на те моменты, которые мы рассмотрели здесь, в этом ревью. Скорее всего, в вашей работе, если есть ошибки, то наверняка они здесь были рассмотрены, соответственно, внесите соответствующие поправки и получите привлекательную походку. Вот, хорошей, интересной учебы и счастливо!